Эй, ты! Живой? Ух ты, живой. Раздавишь такого таракана. А ты как? Не знаю. Тише, 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 не плачь. Не плачь, все обошлось. Он хотел меня. Тихо, 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 тихо. Знаю я, чего он хотел. Все, 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 успокойся, все хорошо. Все хорошо. Клар, мне никогда в жизни не было так страшно. Никогда. Да понимаю, ненавижу таких уродов. Спасибо тебе, что помогла. Ты не обязана была. Слушай, за кого ты вообще меня принимаешь? Совсем за нелюдь? Прости. Прости, прости. Я просто... Ну все, все, все. Давай, не рыдай. Прости. Просто было так страшно. Да. Не зря тетя Люда говорит, что все мужики козлы. Не, не все. Вот мой отец, например. Он очень хороший. И Ромка. Он тоже очень-очень хороший. Так, а кто такой Рома? Это мой дядя. Точнее, мой друг. Я не знаю, как сказать. В общем, он младший брат моей мамы. Не намного старше меня. Мы выросли вместе. Слушай, здорово, у тебя большая семья. Я прям завидую. А у тебя? У тебя есть семья? Нет, но была. Классная семья была. Мама, папа, сестренка младшая, лисенок. Алиса звали. Если бы она была жива, она бы сейчас была твоей ровесницей. Алисой. Красивое имя. Да, мама обожала сказку «Алиса в стране чудес». А что случилось с твоей семьей? Ой, прости за мою бестактность, можешь не отвечать. Да не, ничего, все пучком. Убили их. Убили? Кто? Почему? Не знаю. Но я обязательно это выясню. Найду этого человека и отомщу ему. Я заставлю его пожалеть о том, что он сделал. Найду самые его больные места и буду по ним бить. Наотмашь. Как я тебя понимаю? В смысле? 6 лет назад призрак убил моего парня, Даниила. Полиция списала все на суицид. Конечно. Работать-то никто не хочет. Они даже расследование нормально не провели. И закрыли потенциальный глухарь. Только никому не говори, ладно? На работе никто не знает. Да, конечно, ты что? Я могила. Ну что, долго еще ехать-то? Да скоро приедем уже. Саша, открывай ворота. Свои открывай. Нифига себе. Слушай, я, конечно, понимала, что ты богатая девчонка, но не думала, что настолько. Спасибо тебе еще раз, что подвезла. И что выручила меня. Спасибо. Да, не за что. Обращайся. О, кажется, папа встречает. Пойдем, я тебя познакомлю. Да не, как-то неловко. Пойдем, доченька, пойдем, пойдем. Доченька, ну что такое? Ну сколько раз говорить? Ну нельзя, нельзя игнорировать папины звонки. Ну мы с мамой не знаем, что думать. Что, что, полицию, что ли, звонить? Тебя в розыск объявляют? Пап, какая полиция? Я сама в следственном отделе работаю. Познакомься. Это Клара. Моя коллега и подруга. Она меня сегодня очень выручила. Ты что, плакала? Что случилось? Да так, один преступник сбежал. Напал на меня. Клара рядом оказалась. Вырубила его. Да, прям треснула стулом по голове. Он до сих пор там, наверное, валяется без сознания. А... Зубов Алексей Иванович. Ваш должник. Да, что вы. Ну, что? Друзья моей дочери, мои друзья... Прошу в дом. Да куда? Вы что, неудобно? Не-не-не, даже разговоров быть пойдем. Не может. Проходим. Саша, закрывай. Пошли, 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 пошли. Ну, раз вы так настаиваете. Да, я настаиваю, да. Обалдеть, как у вас тут красиво.
Пожалуйста. Обалдеть. Слушайте, такую красоту даже трогать как-то страшно. Чтоб я так жила. Вы ешьте, ешьте. Может быть, чай, кофе? Чай, пожалуйста. Да, у вас тут прям вообще как в ресторане. Честно говоря, я с этой работой почти перешла на фастфуд. Да, фастфуд – это плохо. Хотя порой бывает вкусно. Но не с твоей язвой, дорогой. Мало того, что работа опасная, так вы еще на ней свои желудки садите. Вот я дочке сколько раз говорила, увольняйся, но... Мам, ну начинай. А вот зря ты бы послушала мать. Честно говоря, будь у меня столько денег, я бы не работала ни одного дня. Вот, вот и послушал бы подругу-то. Наши советы она игнорирует. Зря. Нет, ну подождите, с другой стороны, это же именно труд сделал из человека обезьяну. Точнее, наоборот. Из обезьяны человека. А Олеся у нас все уважает. И вообще, вы должны гордиться. Вы так здорово ее воспитали. Вот подумайте, вот обычно золотая молодежь. Спасибо большое. Что делает? По клубам ходит. Да, на наркотики употребляет, прожигает жизнь пустую. А Олеся серьезный, ответственный человек. Да вообще есть чему позавидовать. Вот, Олесь, а твои заботливые родители, это вообще мне бы таких. Ну чему завидовать? Опасность каждый день. Вот спасибо. Вы говорите, что сегодня на Олесю арестант напал. Мам, все же обошлось, да? Обошлось, потому что подруга рядом оказалась. Клара, отныне я ваш должник. Если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, только дайте знать. Я серьезно говорю. Спасибо большое. Я честно буду иметь в виду. Знаете, что-то я засиделась у вас, а завтра утром рано на работу вставать. Я поеду. А вы меня, пожалуйста, не провожайте. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Я тебя провожу. Угу. Я сейчас... Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Ой. Я давно говорил, увольняться ей оттуда надо. Да, и замуж, и в декрет поскорей, чтобы детки нам с тобой радость, и ей спокойнее. Лёш, ну разве я спорю с тобой? Только ты не мне, а дочери своей скажи. Ой, счастливая ты, Олеська, и родители у тебя. Я бы дорого отдала, чтобы оказаться на твоём месте. Да, с этим повезло. Слушай, я только одного не понимаю. Если у твоих родителей столько бабок, так, то почему они не наймут детектива? Зачем тебе заниматься делом призрака самой? Нанимали. Только эффекта ноль. История каждый раз одна и та же. Папа платит бабки, нанимает детектива, а результата никакого. А я не могу жить в неведении, понимаешь? Я хочу знать, кто и почему убил моего парня. И засадить эту тварь за решетку. Да, тут я тебя хорошо понимаю. Поэтому спасибо тебе большое за помощь в расследовании. Извини, что сначала была так высокомерна к тебе. Просто я ни разу не видела порядочного преступника. Не поверишь, но я порядочных преступников тоже пока не встречала. Да, и про то, что людям нельзя доверять, хорошо понимаю. Но смотрела с детства. Это как? Как? А у меня у тетки всю жизнь бордель был. И к ней постоянно прибегали женатики, ну, к девочкам ее. А потом уходили и делали вид, что они такие порядочные семьянины, не изменяют женам. И так, знаешь, хорошо это делали. Что? Прости за бестактность, но у твоей тетки был бордель, да? Так. А ты... Да нет, нет. Я к этому делу не причастна. Тете крестную голову бы свернула, если бы она меня попробовала припахать. Но она все равно спит и видит, чтобы я вышла замуж за богатого мужика, который еще ее возьмет на обеспечение. Я тебя понимаю. Мои тоже спят и видят, чтобы я вышла замуж. Да, и уволилась сразу. Да. Угу. Ладно, может быть, это не так уж и плохо. Ты знаешь, семья — это важно. Семья — это хорошо, это лучше, чем одной быть. Все, я поеду. Давай, давай. Давай, всё, до завтра. Пока. Саш, открой, пожалуйста. Открой ворота. Закрывай.
Проводила? Да. Я сейчас. Угу. Спокойной ночи, доченька. Доброй ночи, мам. Знаешь, пап, я никогда не задумывалась, каково это быть одной. Совсем одной на этом свете. Наверное, это так страшно. Как хорошо, что вы с мамой у меня есть. Это Клара вдохновила тебя на такие выводы? Мне нравится эта девчонка, она хорошо на тебя влияет. Да, приводи ее к нам почаще. Обязательно приведу. Ну что, доброй ночи. Доброй ночи, папочка. Не спится? Овец посчитай. Досчитал уже. Не помогает. О призраке думаешь? О Кларе. А? Чую, вляпалась она в серьезную беду. А я даже и ничем помочь не могу. А? Вся в отца. Такая же упертая. Сказал же ей, уезжай из города. Так может, уехала? Не. Я с Элкой, с соседкой разговаривал. Осталась с ментами. Ну, менты тоже неплохо. Защитят, если что. От призрака. Не смеши, Михайлович. Они его даже вычислить не могут. Странно, что и мы здесь ничего про этого призрака не слышали. Наверное, из несидевших кто. Из незасветившегося молодняка. Вариант. Только проблему крестницы это не решает. И как бы ее от города отводить? Говоришь, не пуганая она у тебя. А вот ты и напугай. Ну, для профилактики. Михалыч, а ты дело говоришь? Ну так. Что же мы с тобой будем делать? Отпустить тебя? Развязать? Ох, нет, ты что, это неинтересно. А еще и опасно для меня. У меня есть предложение получше. Поиграем? Доброе утро. Угу. Доброе. Пораньше встать не мог, уже все остыло. Все в порядке? Ты какая-то напряженная. Да? А у меня что, есть причина, чтобы напрягаться? Ну, думаю, нет, если только на работе что-то не произошло. Нет, на работе все отлично. Все прекрасно справляются и без меня. Ты из-за этого так переживаешь? Надь, ты же сама говорила, что после родов сразу вернешься к балетному станку. Ты мне тоже много чего говорил.
Я что-то не так сделал? Ничего. Просто оставь меня в покое. Клар, Клара, Клара, просыпайся, просыпайся. Доброе утро. Она добрая? Да, будет добрая, если Дмитрий Анатольевич этого не увидит. Давай я тебе помогу постель собрать. Быстрее, быстрее. Ёшки-матрёшки. Давай, давай, давай. Слушай, ты не подумай, это все временная мера. Ага. Пока мы призрака не поймаем. Просто я боюсь ночевать в квартире, где спокойно разгуливает призрак. А в отель ехать вообще страшно. Да, потому что там проходной двор. Вот я и решила здесь перекантоваться пока. Угу. А здесь, что ни говори, самое безопасное место. И не поспоришь. А? Шкаф. Ага. Спасибо, что мне помогаешь. Это тебе спасибо, что вчера меня не бросила. Кстати, а Карташов где? Ты его вчера отпустила? Ну, почти. Держи. Спасибо, мать. Я твой должник. Да ладно. На первое время, конечно, зарплата небольшая, но перспективы хорошие. Главное, хорошо себя зарекомендовать. Ну, Клара толковая, она справится. Между вами точно ничего нет? Да точно. Она мой консультант. Просто я ее должник. Она мне вчера жизнь спасла. Я хотел добром за добро отплатить. Как это жизнь спасла? Ты мне ничего не рассказывал. Бать, да там ерунда. Просто надо быть повнимательнее немного. Мотоциклист проезжал и хотел ножом пырнуть, а Клара вовремя завинтила и оттолкнула. Мотоциклиста нашли? Пока нет. Так. Думаешь, это был призрак? Ну, очень надеюсь на это. Нормально, очень надеется. Тебя чуть не убили-то. Надеется. Батя, ну все нормально же. Да расслабься. Если призрак так занервничал, что вышел из своего укрытия, значит, близко подошли. Хоть какой-то прорыв в этом деле. Послушай, сынок, я понимаю, как говорится, наша служба и опасная, и трудна. Но жизнь-то одна, беречь ее надо. Никакой призрак твоих похорон не стоит. Да все нормально, живой я, бать. У меня все под контролем. Под контролем? Нормально? Ему жизнь преступница спасает. Да она не преступница, формально. Отсидок у нее нет. И не будет, если шансом воспользуется. Слушай, а раньше ты что-то ради преступниц так не старался? Да я не ради преступницы. Ради человека. Ладно, бать, все, давай, пока. Маме привет. Ну, давай. Доброе утро, Игорь Валентинович. Доброе. Что там происходит? Не знаю, я только пришел. Это что за цирк? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Зря мы его не развязали. Ничего не зря, он бы опять на нас набросился. А так как он получается, здесь в таком виде оказался? Мы не знаем, сами только что обнаружили. Так развяжите его! Так точно. Арестуйте вы этих стерв! Они напали на меня! Чего? Ты говори, да не заговаривайся. Это кто еще на кого напал? Ребят, зачем вы его развязываете? Вы его лучше прям так, в КПЗ, тарабаньте. А лучше в музей современного искусства. Он там вполне сойдет за экспонат. Вы совсем страх потеряли? Он первый начал. Живо! Ко мне в кабинет! А чего стоите? Работаем, работаем, расходимся! Теперь точно уволят. Да не боись, таким папа, как у тебя, мы его сами уволим. Что случилось-то? Ничего серьезного. Прикинь, меня первый раз в жизни шеф вызывает к себе в кабинет. У меня до этого начальства вообще никогда не было. Боюсь, это ненадолго. Ай, не каркай. Эти ненормальные напали на меня. Заманили меня в архив, а затем... Хотели изнасиловать? Именно. Ага. А вам я слова не давал. А лучше бы дали. Этот урод вчера Олесю в архиве чуть не изнасиловал. Мне пришлось его стулом вырубить. Игорь Валентинович, все так и было. Вы же знаете, что Карташов ко мне пристает. Я вам на днях на него жаловалась. А вы меня не услышали. Да я и сейчас этого слышать не хочу. Мне только скандалов не хватало. Так и до внутреннего расследования недалеко. Вы думаете, у меня проблем мало? Игорь Валентинович, да она сама ко мне приставала. А я ей отказал, потому что женат. Вот она и мстит. Что? Да это возмутительно. Вот же говнюк, а? Игорь Валентинович, да вы кого слушаете? Эту мошенницу и преступницу? Да ей место в тюрьме, а не в органах. Чего? Клара, не надо. Он того не стоит. Видите, неприкрытая агрессия на людей бросается, да ее изолировать нужно. Так. Замолчали все.
И чтобы я больше этих россказней про домогательство не слышал с обеих сторон. Все понятно? Так точно. Свободные. Как есть. Свободные? Игорь Валентинович, я же вам говорю, Карташов пытался меня изнасиловать. И вы просто так его отпускаете? Так. Олеся Алексеевна, вы собираетесь оспаривать решение вышестоящего руководства. Вы понимаете, что за этим последует? Если нет, могу подсказать. Ваше увольнение. Не, мужчина, но вы вообще профнепригодны. Что? Что слышали? Я говорю, как вы можете работать в правоохранительных органах, когда вы покрываете преступника? Да вы такой же преступник, как и он. Это вам на пару места в КПЗ, а не мне. Что вы себе позволяете? Я лишь говорю вам правду. Вас надо гнать из полиции. Вы хуже обычных преступников. Вы погоны носите. Ну, знаете, вы перегибаете палку. Да я вас... Что? Что? Уволите? Ха-ха, так не получится, я на вас не работаю. А если вы решите меня в КПЗ упрятать, то знайте, вам не избежать масштабного скандала в СМИ. Интервью — это мой конек. Я журналистам про вас такого наговорю, что вы век не отмоетесь. Все. Счастливо оставаться. Адьос, амигос. Целую в десна. Игорь Валентинович, и вы этим двоим вот так все спустите? Нет, спустить не получится. Я пишу заявление на Карташова. Тогда сразу же пишите заявление по собственному желанию. Мне скандалистки не нужны. Клара, подожди. Ты прости, что так получилось. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности. Но я даже, к сожалению, помочь тебе не могу. Меня тоже уволили. А тебя уволили с какого перепугу? У тебя такой крутой папа. Один звонок ему, и у кого-то звезды с погон посыпятся. Наверняка у твоего папы есть куча влиятельных друзей. Есть. Но я только не могу просить помощи. Почему? Да потому что я сама сказала, что не приму никакой помощи от папы в плане карьеры. Понимаешь, он с самого начала был против, чтобы я здесь работала. Потом, конечно, поддержал и даже... И даже предлагал помощь, но я сказала, что справлюсь сама. Понимаешь, я хочу, чтобы меня ценили за мои способности, а не за его влияние. Не понимаю. Знаешь, если бы у меня был такой папа, то я бы... Ладно, все это твое решение, и мы будем его уважать. Ну что, обнимемся на прощание? Знаешь, я даже буду по тебе немножечко скучать. Клара, я желаю тебе удачи. Спасибо. Она мне понадобится. Клара, отдай телефон. Алло? Алексей Иванович, здрасте. Простите, что я беспокою. Это Клара, подруга вашей дочки. Короче, у вашей Олеси очень большие неприятности на работе. Она почему-то боится вам звонить, об этом рассказывать. В общем, на нее вчера набросился ее коллега и хотел ее... Ну, вы понимаете. А шеф боится скандала, хочет замять это дело и спустить насильнику все с рук. Да, угрожает Олесе, что если она напишет заявление на этого урода, он ее уволит. Мы же этого не допустим. Ну вот, я тоже так считаю. Да... И вам спасибо. До свидания. Сволочь. Что-то с Олесей? Все в порядке? Ничего с ней не в порядке. Ты что творишь? Я же сказала, что не приму никакой помощи от моего отца. Ты это ты, а я это я. Да. Я не его дочь, да, я могу наябедничать. Олесь, послушай меня. Папы для того и нужны, чтобы защищать дочерей от таких уродов, как эти двое. Ты мне потом еще спасибо скажешь. Да все, расслабься, у тебя такой крутой папа. Он разберется с этими уродами в два счета. Да в том, что разберется, я не сомневаюсь. Только ты не понимаешь, у меня настолько крутой папа, что от его разборок может стать только хуже. А если еще Ромка узнает? Ромка это кто? Дядя твой? Друг который? Блин, Олесь, я завидую тебе белой завистью. У тебя такая крутая семья, столько мужиков, готовых спешить к тебе на помощь. Мне бы такую родню. Я посмотрю на тебя, когда начнется заваруха. Захочешь ты такую родню или нет? Наша дочь вчера соврала. На нее напал не арестант, а коллега. А ее шеф сейчас пытается замять скандал, затыкает девочке рот. Он даже не арестовал этого подонка, выгораживает. Спасибо, Клара позвонила, предупредила. Ну почему? Почему было вчера не рассказать? Я ей что, не отец, что ли? Так, я сейчас этим делом займусь. Ну-ка, найди мне телефон губернатора. Рома? Рома, ты куда? Рома, только без глупостей! Будь в беде. Алло. Саня, привет, это Зубов. Извини, если отвлекаю, я по личному делу.
Вы не ту ткань прислали. Мне не нужна синтетика. Я заказывала хлопок. Где вы видели крестьян 18 века в синтетических рубахах? У нас же не артхаусная постановка, а классическая. Поэтому будьте добры. Я знаю, что это дороже. Но мы вписываемся в смету. Я вам перезвоню. Ну что, Надюш? Mm-hmm. Могу тебя поздравить. Mm-hmm. Идем праздновать. Благодаря справке от Эдуарда Карловича ухожу в декретный отпуск месяцем раньше. Ну и чудесно. Как раз начну делать комплекс упражнений, чтобы быстрее прийти в форму после родов. А это не вредно для ребенка? Да, нет, у меня все под контролем. Идем. Слушай, ну вообще чудесно, что ты не встретишь этого француза в театре. Лада, это что? Я думала, ты знаешь. Знаю о чем. О предстоящих гастролях в США. Привет. Тебе что, забыли рассказать? А, впрочем, это не удивительно, ты же с нами не летишь. Это что, какая-то шутка? У нас в планах на год не было никаких гастролей ни в какие США. Как это не было? Ну как это не было? О них еще год назад говорили, но правда тогда все сорвалось, но ничего страшного. Мы сейчас наверстаем упущенное. Нам же еще несколько городов добавили. Мы минимум 3 недели пробудем в Лос-Анджелесе, а потом Вашингтон, Нью-Йорк и даже Лас-Вегас. Господи, я так счастлива. Сбывается моя мечта. Ой. Ой, кажется, ты тоже об этом мечтала, да? Ну, прости, если расстроила. Надюш, я тебе так благодарна. Ну, как же вовремя ты забеременела. Но ты не расстраивайся, слышишь? Все будет хорошо. У тебя будет ребенок, а у меня твоя мечта. Неплохой плакатик вышел, правда? Ладно, good luck. Вот стерва. Надь, Надь, подожди, а как же я? Надь! Надь, Надюш, ну ты чего, подожди. Да будут еще гастроли, еще весь мир объездишь. Угу. Ты не обращай внимания на эту стерву. Не обращай внимания? Лада, тебя так послушай, так мы каждый год в США на гастроли летаем. Да это впервые за 10 лет. Это была моя мечта, она досталась ей. И все из-за этого проклятого живота. Надь, да ты что такое говоришь? Это же не просто живот, это твой ребенок. Так, Лада, я себя очень плохо чувствую, извини. Давай потом. Хорошо. А как же наш обед? Потом. Хотя да, ладно. Езжай, отдыхай. Береги себя. Mm-hmm. Пока. Все-таки уходишь? У меня не остается выбора. Извиняться перед этим уродом я точно не буду. А что здесь делает твоя дорожная сумка? Подушка? Это моя любимая подушка. Можно считать талисман. Просто побоялась оставлять вещи в машине. Мало ли что еще придет призраку в голову. Не дай бог он пропитает ядом мои вещи или еще что-нибудь. Не хочу. Не думал, что у тебя такая бурная фантазия. Ты многого еще про меня не знаешь. Ну что, все можно считать мое сотрудничество со следственным отделом оконченным. Меня уволили, не успев официально принять на работу. Видимо, официальная работа – это не мое. Ну, это спорный вопрос. Держи. Что это? Твоя новая официальная работа. Ты серьезно? Слушай, я знаю, это крутое охранное агентство, они специализируются на частных музеях, только при чем здесь я? Им нужен специалист по взломам, который мог бы мыслить как преступник, ну, чтобы просчитать все возможные варианты ограбления. Отец рассказал им про тебя, они заинтересовались. Зарплата первое время будет средняя, но перспективы хорошие. Дим, спасибо тебе большое. Никто и никогда обо мне так не заботился, но из посторонних. Удачи тебе. Спасибо, она мне пригодится. Ну, что, все? Давай провожу.
меня спрашивал? А, мажорчик. Что ты хотел? Еще раз приблизишься к Олесе, я убью тебя. Понял? Ну, руки! Что вы делаете? Стоять! Руки! Руки убрал! Вы чего, мужики? Не, ну настоящий полковник. Я требую, чтобы вы его арестовали. Он первым на меня напал. Нет, ну, этот первый начал. Карташов, вы издеваетесь? Вы только что были в моем кабинете. Что на этот раз? Игорь Валентинович, да этот мажор первым на меня напал. Он, видите, нос разбил. Дежурный подтвердит. Надо было ему вломить как следует. Я вообще не понимаю, как таких, как Карташов, берут в правоохранительные органы. Да ладно, не кипятись. Что-то мне подсказывает, что уже сегодня его не будет в следственном отделе. Чего это вдруг? Не знаю. Предчувствие у меня какое-то хорошее. Я вас не увольняю только потому, что... Игорь Валентинович, извините, губернатор на линии. Соединяй. Александр Петрович, здравствуйте. Для меня это большая честь. Я не совсем понял. Чья дочь? Нет, тут какое-то недоразумение. Да, Олеся Алексеевна Зубова. Того самого Зубова. Да, я все понял. Нет, конечно, все сделаю, как вы скажете. Спасибо за звонок. Вы уволены. За что? Почему? Но я же жертва. По собственному напишите или будем по статье увольнять? Я этого просто так не оставлю. Вы мне за все заплатите. Ты особенно. Полегче на поворотах. Извини. Передайте своей помощнице, что никто не уволен. Все, свободны. Вас это тоже касается. Все, за работу. Есть, шеф. А мне в отдел кадров прямо сейчас идти оформляться? Вам губернатор про меня говорил? Можете оформляться, но вы пока на испытательном сроке. С детства не люблю слово «срок». Видишь, Дим, есть же справедливость на белом свете, когда имеются соответствующие связи. Слушай, будь другом, оттарабань мои вещи обратно в кабинет. Я на пару часов исчезну, хочу к тете Люде заехать. Оттарабаню и в больницу подкину. Мне там нужно Марию допросить. Массажистку? Ну да. Ну и отлично. Сэкономлю на бензине. Слушай, мне интересно, давно я твоим пажом заделался? Ох, ты даже не представляешь, насколько давно. Всего доброго. Угу. До свидания. Всего хорошего. Нет, это же додуматься надо было, устроить драку у меня на работе. Ты здесь больше не работаешь. Знаешь что? Это моя жизнь. И не тебе диктовать, что мне делать и где работать, понял? Ты не поняла. Ты здесь больше не работаешь. Вот упертый. Ты, между прочим, не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Ты арестован. Ненадолго. Ром, ты можешь хоть к чему-то серьезно относиться? Ты понимаешь, что Карташов, может быть, заявление уже на тебя накатал? Что есть свидетели, которые подтвердят, что ты напал на офицера при исполнении? М? С тем офицером я чуть позже разберусь. Роман Захарович, добрый день. Позвольте принести вам наши глубочайшие извинения за это недоразумение. Вы свободны. Спасибо. Что вообще происходит? Олеся Алексеевна, я также прошу у вас прощения. Сегодня же мы возбудим уголовное дело в отношении Карташова. Он уволен. Еще раз извините за это недоразумение. Передавайте привет своему отцу. Обязательно передам. Просто прекрасно.
Теперь все знают, чья я дочь. Спасибо тебе большое. Как теперь прикажешь здесь работать? Никак. Я уже сказал, ты здесь больше не работаешь. Еще как работаю. Не смей лезть в мою жизнь. Что ты еще задумал? Гошенька, ты меня извини, но я не смогу сегодня с тобой никуда поехать. Столько проблем в семье. Ну, не переживай ты так. Я же все понимаю. Знаешь, как-то так накопилось все, навалилось все и сразу. У дочки проблемы со здоровьем. У Олеси какие-то сложности на работе. Про Рому вообще молчу. Боюсь, как бы он дров не наломал. А что, Рома? Рома. Рома такой импульсивный, никогда не знаешь, что от него ждать. Вот сегодня с утра уехал, ну, по нашим, по семейным делам. И вот видишь, ни ответа, ни привета, ни звонка, ни весточки. Боюсь, чтобы он там не натворил чего. Когда он ушел с поста президента корпорации, все ахнули. Никто до сих пор не может поверить, что это он сделал самостоятельно. Ром. Ты меня прости, Эжени, но это было очень эгоистично с его стороны. Он ушел, и ты была вынуждена взвалить весь этот груз ответственности на свои хрупкие плечи. А мне нравится управлять корпорацией. Ну, не знаю. Это как-то неправильно. Ты должна больше беречь себя, заботиться о себе. В нашей семье это невозможно. Каждый день проблемы. Послушай, Эжени, я много думал о нас, о нашем будущем. Эжени, я понимаю, у нас с тобой разный социальный статус, разное финансовое положение. Но я очень тебя люблю. И я хочу быть рядом с тобой. Хочу заботиться о тебе, подстраховывать. К чему ты клонишь, Гоша? Жень, я люблю тебя. И пусть я не могу подарить тебе весь этот мир, но я могу подарить тебе свое сердце, свою любовь, да свою жизнь, в конце концов, и свою защиту. Я готов взвалить на свои плечи любую ношу, какую ты только скажешь. Вот лишь бы тебе было хорошо. Гош. Выходи за меня замуж. Свет, ну тебе правда, что ли, делать нечего? Ну сходи, не знаю, запишись на какую-нибудь секцию, массаж. Толь, какая секция? У твоего сына семья рушится, а ты сидишь тут такой вот спокойный, а? Ничего не предпринимаешь. Я разговаривал с нашим сыном. У него все в порядке. И ничего не рушится. С чего ты вообще взяла-то это? А материнское сердце не обманешь. И потом. Нет, ты посмотри, посмотри, посмотри. Надя раньше никогда не позволяла себе сбрасывать мои звонки. Всегда перезванивала. А сейчас? Вот скажи мне, ты детектив. Как мне вот это трактовать? Послушай, а тебе не приходит в голову, а? То, что Надя может быть просто элементарно занята. Ну, не знаю, быть у гинеколога или еще где-то, где не может отвечать на твои звонки. Нет, я вот уверена. Я уверена, что эта Клара, она разрушит Димкину семью. Ты бы видела эту нахалку, а? Ну вот нахалка, а? Она в кабинете у Димки себя ведет, как будто это ее кабинет. Ты что, ходила к Димке на работу? Свет, ну о чем ты вообще думаешь? О будущем нашего внука. Да. Толь, я тебя прошу, ну поговори ты с Димкой. Ну пожалуйста, ну пусть он не работает с этой нахалкой, а? Свет, ну правда, у меня нет времени на твою болтовню, и твои разговоры не нужны. Все, мне работать надо. Тебе для меня никогда нет времени. Если б на моем месте была другая, ты бы так никогда не говорил. Так кто там еще?
Это я. Это я должна быть на ее месте. Это я должна быть на ее месте. Это моя мечта. Моя мечта! Мечтай. И мне наплевать, кто твой папочка. До встречи. Мне это расценивать как угрозу? Есть идеи, как ее можно отблагодарить? Ну, можете ей денег предложить? Грубовато. Такая, может, и обидится. Такое дело сделала. Дочку от этого гоблина спасла. Ал, да? Организуйте мне чайку. И это... Давай-ка по-тихому разузнай. Может, она о чем-то мечтает, а позволить себе не может. Думаю, это будет красиво. Ты неблагодарная. Я на тебя жизнь положила, а ты даже не в состоянии найти мне деньги на операцию. Я умру, а виновата в этом будешь только ты. Тетя Люда, перестаньте зацикливаться. Тебе предлагают сделать здесь бесплатную операцию. В чем проблема? Качественную медицину можно получить только за деньги. Как и все в этой жизни. Неужели мне надо объяснять тебе такие элементарные вещи? Так, все. Проехали. Я хотела поговорить с тобой насчет гибели моих родителей. Ха. Ты же наверняка с крестным это обсуждала. Может, он упоминал какие-то имена? Ты мне зубы не заговаривай. Тему не меняй. Ничего я не знаю про твоих родителей. Знаю только, что погибли. Вопросы я не задавала. Кларка, так вот, насчет денег. Тетя Люда, я тебе 1000 раз говорила, нет у меня этих денег. И взяться им неоткуда. Мне даже кредит не дадут, я никогда не работала официально. Хотя, ты знаешь, есть один вариант. Какой? А мне предлагают устроиться на работу. Официально. Если все пойдет хорошо, может быть, и кредит дадут. Клар, ты себя слышишь? Какой нафиг кредит? Зачем загонять себя в кабалу на долгие годы, когда можно решить проблему одним махом? Каким таким одним махом? Есть верное дельце. Клиент надежный. Короче, один крупный ювелир развелся с женой, и она при разводе оттяпала половину его имущества. И драгоценности, которые он ей дарил, а они стоят немалых денег. Надо их выкрасть и вернуть законному владельцу. Заплатит очень хорошо. Сбежала? Ну да. Сегодня утром манатки собрала и дала дёру. Я думаю, что ее вчерашняя полицейша напугала. Она ее допрашивала, угрожала. Я, конечно, сама не видела, но мне потом Маша... Все сама рассказала. Полицейша? Спасибо за информацию. Пожалуйста. И что ты ей там наговорила? Дим. Сейчас, подожди. Значит так, берешь Васю и поезжайте на квартиру к этой Марии. Не хватало только, чтоб призрак нас опередил. Если ее там нет, объявляйте в розыск. И не смей больше допрашивать никого без моего ведома, понятно? На кого ты так? На помощницу. Девчонка толковая, но иногда излишне инициативна. Угу. Я так поняла, Мария сбежала? Да, сразу после допроса. Раз уж Олеся заварила эту кашу, пускай сама и расхлёбывает, ей полезно будет. Ты как? Как тетя? Тетя. Нормально, тетя. Тетя в своем репертуаре. Предлагает мне грабануть одного типа.
Ну так, чтобы подзаработать. И что стоит за твоей откровенностью? Мало предложили? Нет, Дим, наоборот, много предложили. А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ладно, все, не хочу об этом говорить. Давай, может быть, сгоняем к этой Марии. Я так понимаю, она недалеко живет. Я думаю, вместо этого ты захочешь прокатиться в тюрьму. В смысле, в тюрьму? Почему в тюрьму, Дим? Я сама тебе все рассказала. Я не собираюсь никого грабить. Клар, да при чем тут это? Мне из тюрьмы звонили. Я попросил держать меня в курсе относительно дела твоего крестного. И что? На него напали. Сейчас он в медсанчасти, но состояние, как я понял, тяжелое. Как? Дим, как на него могли напасть? Это же тюрьма, там же должна быть охрана. Послушай, я не понимаю, как это нечестно. Он единственный человек, который меня любит. Я не могу его потерять. Я пока что думаю, а он пускай помучается. Что ты скажешь? Ну, если это сделает тебя счастливой. Мне так нужна твоя поддержка. Что скажет твой муж, я знаю. Он скажет, что я старая, выжившая из ума дура, а Георгий Альфонсо Лавелласа, ему нужны мои деньги, а не я. Ну, что ты мне скажешь? Мам, я так рада за тебя. Только ты только не обижайся, хорошо? Ты не хочешь проверить чувства Георгия к тебе? Как? Есть один проверенный способ. Угу. Кажется, тут. Звони. Попробую ей позвонить. Она тут. Тогда почему не открывает? Откройте, это полиция. Надоело уже. Сюрприз. Мимо проезжала, думаю, да я проведу свою любимую невестку. И тортик по дороге купила, говорят, вкусный. Надюша, а с тобой все в порядке? Ты выглядишь как-то... Как я выгляжу? Ну, как я выгляжу? Что, отвратительно, да? А как еще с этим животом должна по-вашему выглядеть? Да ваш сын на меня даже уже и не смотрит, а вы... Что вы мне этот тортик приперли? Вообще хотите, чтобы я как жирная корова Надюш, была? Надюш, ты что, и в мыслях у меня не было. Да, конечно, в мыслях у нее не было. Я знаю, что вы все хотите от меня избавиться. Только знаете что? А не выйдет у вас ничего. А вы? А вы вообще предательница? Я предательница? Наденька, ты о чем? О чем? Вы еще и спрашиваете, я о чем? Да ваш сын шаландается с этой непонятно где. Он уже переписывается с ней по ночам. А вы? Что вы вообще за свекровь такая? Вместо того, чтобы мне помочь, что мне тортики эти приносите? Идите вы с этим тортиком, знаете куда? Ненавижу вас всех! Надя... Я сказала, идите со своим тортиком и не ходите за мной! Ненавижу вас всех, ненавижу! Угу. Угу. Что ж такое, а? Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети.
Может, с тобой пойти в этот раз? Нет, не надо. Не факт, что он со мной вообще говорить будет после прошлой встречи. А что его так разозлило? Что ты помогаешь нам поймать призрака? Это еще кое-что. Кто на тебя напал? Не видел я. Сзади мешок на голову накинули. И все благодаря тебе, дорогая крестница. В смысле? При чем здесь я? Притом, меня когда метелили, на ушко шепнули. Не отстанешь от призрака, мне хана. Так что если ты это дело не бросишь, а меня здесь замочит, это будет исключительно на твоей совести. Ой. Вот она, благодарность людская. Я тебя, поди, в беде не бросил.